Всем привет, это канал AlexGamer.Team.Play, и мы продолжаем играть в Слендермена. В прошлом видео мы победили Слендермена. Мы нашли 7 детей, прошли замок в тумане, замок потом, может быть, как-то еще в замке попробуем, только ночью. Сейчас будем играть в поселок. Так, и давайте дождь выберем. Дождь, мне кажется, сложнее потом... Мне кажется, сложнее, потому что здесь и дождь, и туман, все вместе. Так, ну здесь будет куда сложнее. Здесь будет куда сложнее, потому что... И здесь пространство больше, где можно Слендеру спрятаться или меня найти. Так. Так, там Слендермен, туда не идем. Идем, значит, назад. Нужно искать детей, блин, нас. Дождь, это все. Не слышно детей совсем. Так, нет, сюда нельзя, это просто... Сюда нельзя, короче. Просто текстурки. Не, ну я вот думал, может, записки. Но это нет, это просто как бы декорация. Так, тихо-тихо. Нужно осторожнее, потому что не знаешь, чего ждать. Ведь локация... Так, где-то Слендермен здесь. Слышу, он пришел. Так. Нужно детей найти, но что-то их здесь... Нахер. Пошел. Вот ведь как он подкрался, прям с крыши на крыше был, бля, все хана мне, наверное. Это капец. Страшно как. Фух, нужно удирать отсюда. Где нахер кусок ты говна? Как хочется крикнуть, но сейчас ночь на дворе, нельзя кричать, а то меня реально будут бить палками по горбу. Так, уйди нахер, Слендермен вонючий. Все? Пропал ты или нет? Блин, напряженно, напряженно. Так. И я не нашел еще ни одного ребенка, это плохо. Мне это не нравится. Здесь куда... Куда сложнее тем, что... Здесь не слышно плач детей. И нужно... Как бы так искать. Но так как бы их не найдешь. А, все, тупик, нужно назад идти. Записки, может идти по запискам и найти, и этим я найду детей? Не знаю. В дома заходить нельзя. Блядь, как напрягает он меня. Слендермен вонючий. Бесит прям. Так, дождь это очень плохо, очень-очень плохо. Дети... А. Так. Где-то здесь должен быть ребенок. Так. Где ты?
Вот. Так, первый ребенок есть. Осталось еще 6. Блин. Напряжно, напряжно. И здесь тупик, направо можно пойти. Так, идем назад. Там Слендермен. Но нам нахер не упало. Так, нужно искать еще детей. По идее, нужно ходить по всей округе. Они просто будут рандомно появляться. Это как бы сложно. Местность большая. Он не бегает, ходит и каждый раз появляется Слендермен. Это куда очень сложно, блин. Куда сложнее, чем может показаться. Так, только ты не останавливайся у меня. Ты ходи. Еще темно, ничего не видно. Это куда усложняет потом. Потому что толком не видно, куда нужно бежать, идти и так далее. Он когда появляется, у меня ж сердце в пятки уходит. И кричать нельзя, а хотя так хочется покричать. Я так хочется покричать. Вонючий Слендермен, иди нахер. Блин, так бесит, когда появляется. Но появился в одном месте, ну все, хватит. В одном, во втором, в третьем. Пошел нахер. Ублюдок щупалистый. Так, ребенок, нужно ребенка найти. Еще одного. Потом еще одного. Потом еще одного. И так всех понаходить. Так, сюда нельзя. Что, издеваешься? Так издеваться тут не нужно. Блин, не знаю, куда идти. Темно, ничего не видно. Стрёмно, блин, капец. Где здесь? Вот. Иди нахер, вонючий Слендермен. Мало того, что нужно отклониться вовремя, быстро, так еще нужно убегать, потому что он может поймать. Вот это напрягает и бесит. А еще и эти помехи, блин, в глазах. Вот куда теперь идти? Я окончательно заблудился. Да как ты меня достал, ублюдок, ты долгоногий. Иди нахер. И вот теперь я точно заблудился. Я уже вообще не понимаю, откуда я и шел, куда я шел. Из-за этого дебила лысого. Как же он меня напрягает. Ты что, издеваешься? Да идите нахер, сука ты долбанутая. Долгоногая. Да беги, почему ты стал упырь? Блин, как же бесит. Надеюсь, игру слышно. Конечно же, иди... Вот сука, а. Вот как здесь можно победить, а? Как? Так, одного ребенка нашли. Но это очень плохо. Так, продолжаем. И выключить свет? Что? А, можно продолжать с того же момента? Так, ну ладно. Продолжаем тогда. У нас на счету один ребенок. Так, один ребенок, 6 осталось. И Сандермен гнида тупой. Чтобы он сдох. Так. По идее... Нет у меня идей.
Нужно просто ходить. Так, где мы были? Здесь трудно понять, где мы были, где мы не были. Так, ну по-любому налево мы еще не ходили. А даже если ходили, то я не помню. Потому что было много тумана и дождя. Так что идем сюда. Все равно же нужно ходить везде, потому что нужно найти этих детей. Если не на детей, не пройду. Да еще плюс это Слендермен, блин, бесит. Так, я вспомнил, здесь мы были. Или просто местность похожая. Нет, здесь мы определенно были, там впереди будет тупик, да? Или Слендермен. Что это будет? Слендермен будет. Это почему он пару метров бежит, а потом все встает? Но так же ж невозможно убежать от Слендермена. Где логика? Да еще плюс, блин. Вот он впереди появился уже. Нет, сзади. А да ты отвернись, ты долбоёб. Так, бежим, бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Эта дождь меня напрягает вообще. Нужно будет включить без дождя. Потом смотри. Дождь, туман. Все. Ничего не слышно. Даже не слышно, когда Слендермен подходит к нам сзади. Потому что этот гром все перебивает. А еще туман больше, гуще стал. Иди нахер. Да иди нахер. Долбанутый ты. Долбанутое существо. Как же бесит. Как же ты меня достал. Почему ты ходишь за мной? Иди нахер от меня. Иди там белок полови. С птичками. Или зайцами, или еще кем. Что делать? Блядь, ты что, издеваешься? Иди ты нахер, сука тупорылая. Вот как его пройти, если он меня не дает даже выйти? И сейчас опять спереди появится гнида. Собака, чтоб... Собака, ты не крещена, чтоб тебя валы топтали. И куда идти? Я так никогда не пройду эту игру. В поселок это очень сложно, в замке еще было куда легче. Вот куда его идти? Нас просто гоняет, он, знаете, как худобу. Просто как зверей. Гоняет туда-сюда. Заганивает. Да. Вот стану, ничего ему не делать. Что ты мне сделаешь? Пошел ты нахер. Иди нахер! Так, наверное, на месте лучше не стоять. Мне кажется, что он догоняет, да. Нужно бежать. Куда бежать? Там ребенок был, а теперь сейчас я забуду, где он был. Заколебал ты, Слендермен. Что-то мне подсказывает, что он его сейчас перепрячет. Или просто будет там же появляться каждый раз, я не найду. Никак не дойду к тому ребенку. Так, давай, малыш. Два ребенка. Два ребенка уже есть. Так, вперед, нету смысла идти. Там никого не будет, он будет только Слендермен. Нужно идти назад. Так. Ничего не слышно, это меня напрягает. Даже мелодия не слышно сама из-за этого грома. Так, пошли налево. По запискам нужно идти. Нужно идти по запискам. Не переведут нас куда-то. Либо к Слендеру, либо к ребенку.
Так, нужно осторожно действовать. Потому что если появится Слендермен, будет нам худо. Так, записка. Дом, свет. Детей нету. Так. Нет, ну если в этой локации был бы ребенок, она бы нам высветила. Так. Возвращаемся назад туда. Назад вернуться не получится, я понял. Он нам перекрыл путь, вонючий гнида. Как же ты меня напрягаешь, бля. Исчезни. Пропал? Молодец. Вот почему он не может бегать? Давай, пропадай. Я не буду поворачиваться, потому что там Слендермен. Давай, беги. Давай, 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 иди, 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 иди. Главное не оборачиваться, потому что там Слендер. Куда его идти? Пошли направо. Не, направо мы были. Пошли налево. Идем еще сюда налево. Блин, только два ребенка, уже 16 минут, это... По-моему, это видео либо затянется, либо я... придется в этой серии проиграть. Как же ты меня бесишь, вонючий Слендермен. Все, пропал. Блин, как же сложно. В замке было куда проще. Здесь, во-первых, детей нету. Во-вторых, он появляется через каждых 5 минут. Даже меньше. Через каждую минуту. Вот видите, смотри. Вот как? Как? Как он мог так быстро оказаться здесь? Как? Вот как? Нет, идите нахер. Так, поселок мне не нравится. Вообще говно какое-то. Настоящее говнище. Так, ну давайте пройдемся типа по сюжету. Как в самом первом видео мы нам сказали, что мы побежали в лес. Давайте в лес и в... ночь, дождь, туман. Так, дождь я брать не буду, это говно. Давайте туманное. Так, ну да. А, чем дольше вы ищете детей, тем сильнее Слендермен. Ну, как бы это не моя вина, что я их так долго ищу, потому что ни хер найдешь. Так, налево нужно идти. Вот почему... Блядь. Как можно там не пройти? Блин, почему такая мелодия громкая? Детей не слышу. Так, тихо. Налево. Где-то здесь. Где-то здесь уже и Слендермен. Налево. Вот. Говна кусок. Так, все, мы сныкались. Все, пропал, пропал. Здесь Слендермен. Он меня не подпускает к детям. Вонючий упырь. Где-то здесь. Где-то здесь. Малыш, ты где? Нет, нет. Блядь, вся пизда мне. Где ты, где ты? Где ты, где ты? Покажись. Малыш, давай, где ты? Покажись, я тебя спасу. И сам удеру. Ну где ты, давай. Здесь Слендер, блядь, да покажись, где ты присел, заныкался, крыса ты малолетняя. Ё-моё. Да хорош шептать мне на ухо, лучше покажите мне, где ребенок. Блин, ну он, ну здесь, ну, здесь, ну где? Где ты, тварь?
Крыса ты малолетняя. Так, налево. Налево, направо. Конечно же, ты здесь не пройдешь. Налево. Прямо. Прямо направо. Налево. Вот. Так, где-то здесь. Нет. Направо, назад. Так, где-то здесь. Где ты? Ты прям здесь. Вот, я тебя нашел. Не плачь, не плачь, я тебя все, я тебя спас. Так. Я больше не слышу плачей. Слышу, направо. Налево. Не слышу, блин. Блин, мелодия слишком громко играет. Не слышно ни вообще ничего, вообще я эти вороны. Направо. Не слышно вообще ни черта. Так. Направо вроде бы. Налево, прямо. Направо. Блин, где-то очень далеко. Так, вроде бы где-то здесь должен быть. Так, налево, все. Я уже близко, я слышу. Так, вот он. Так, ну не вот он, но где-то здесь должен быть. Вот он. Не плачь, не плачь, не плачь. Так, еще один. Налево. Так, ребеночек. Отвернись, дебил, дебил, убегай, 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 нужно спасти детей. Чтобы спасти детей, ты должен жить, так что убегай. Так, направо. Не плачь, я тебя сейчас спасу, ребеночек, не плачь. Так, налево. Не плачь, я тебя сейчас найду, спасу. Где ты? Так, направо, слышу. Так, налево. Вот он. Где-то здесь. Должен быть. Где ты? Быстрей. Давай быстрей, быстрей. Где ты? Где ты? Вот я тебя нашел. Все, не плачь ты. Я тебя спас. Все. Все. Не плачь. Налево. Мелодия, не слышу. Прямо. Направо. Левее. Не пройду, бля. Так, налево, где-то здесь. Не плачь. Я уже здесь. Налево. Забор, нужно перейти забор. Блин. Я здесь, малыш. Блин, это не малыш, это труп. Малыш. Малыш, блин, я... Вот ты где, мол, блядь. Как тебе дойти? Я здесь не пролажу. Ну... Блядь. Я тебя нашел. Потерпи, я тебя сейчас спасу. Подожди. Сейчас перелезу только это ограждение. Потерпи, потерпи, малыш. Тихо, ша, не плачь. Сейчас все будет. Сейчас дядька придет. Блядь. Здесь нету куда обойти. Тупорылые ограждения. Кто их здесь понаставлял? Слендермен, что ли? А как сюда попасть? Вот, ворота, понял. Это плохо. Это очень плохая музыка. Слендермен здесь. Так. Это очень плохо. Это очень плохо, я еще ничего не слышу. Блин. Блин, блин, блин. Блинский, блин, блинский, ё-моё. Так, он Слендермен был только что направо, я увидел. Удираем, удираем, удираем. Не слышно ли плач, блин. Нифига не слышно. Так, слышу. Пройти не могу, дебил. Блядь, да что ж ты такое криворукое создание? Пролезть не... Ты жирный, кабан, что ли? Пролезть не можешь.
Там бы машина пролезла, блин. Так. Это здесь. Налево. Нужно идти налево, лево, лево. Право. Так, тихо, что. Тихо, я тебе сейчас найду, не плачь, не реви. Так. Блять, я запутался. Право, лево, лево, право. Так, где-то здесь. Право, направо. Так, малыш, где ты? Давай, давай, давай. Все, я тебя спас. Давай. Еще один. Где-то здесь. Фух, тихо. Тихо, фух, с мурашки по коже пошли, бля. Сердце чуть не стало. Фух, 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 нахер, нахер, нахер. Бля. Нет! Иди нахер. Убегай, 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 мордыгай, ё-моё, рифмаплет пошел, йоу. Так, тихо, ша. Налево, ребенок. Слышу. Так, 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 еще одного, все, и все, давай, ребеночек, давай, быстрее, 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 пожалуйста, где ты? Где-то здесь, волки мне не нужны. Тихо, тихо, я тебя слышу, ты здесь. Не плачь, все, я близко, я рядом, где ты? Он не хочет мне просто так отдать ребенка. Где ты? Давай. Быстрей. Давай я тебя найду, и мы уйдем вместе отсюда. От этого злобного места. Где ты? Давай. Я здесь. Да как такое возможно? Все. А ну его нахер. Все, мы прошли. Мы молодцы. Фух. Так, мы потерпели две неудачи, и мы прошли. Две неудачи и одна победа. Ну, я думаю, в принципе, нормально. Так, мы прошли замок, мы прошли лес на тумане, и там, и там. Значит, следующая серия попробуем... ну, во-первых, попробуем какую-то новую локацию. Либо поселок, либо кладбище, либо Хэллоуин. Что-то, да, мы попробуем. Но это будет все в следующем видео. Что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Смотрите мои новые видео. Я буду выпускать их почаще, стараться. Ну и спасибо, да. Всем пока. So clap like you mean it, let's make some noise. Rise like a phoenix to the earth.